Вот, здорово, ребята, с вами я, Сашка, Скилл ТВ. С кем вы догадаетесь, с ракобратом? Боба, покажись. Вот, пойдем собачке что-нибудь прикупим, ребята. Посмотрим магазин, я здесь ни разу не был. Саня, смотри, о, собаку свою хочу. Что? Хорош. Не, подожди. А ты цепки смотрела? Почем? Сравни с... Что мы купили? Не, двойную, двойную. Вот она. Ты двойную брал? Да, я вот такую брал. Ценник сравни. 18. А мы за... Ровно отдавала. Тут дешевле? Интересно. Бля, давно не посещал такие магазины. Даже глаза разбегаются, что взять. Не, надо брать. Цепочку взяли, ошейник надо, надо обновочку. Для собак все равно. Даже не знаю, поводок точно буду брать. Поводок точно буду брать. Потому что он мне нравится, он хороший. И он хороший. Так. 54 рубля, это, грубо говоря, да, 20 долларов, даже больше. Пиша, ходи, это игрушка, кота. Свинья. Слышишь? Свинья даже. Дали. Надо купить. Возьми лучше это. Да что ты давишь вообще? Ладно, ой, бля. Так, вот опротировочные предметики. Вот это хорошая тема. Но это надо с детства учить. Мой уже не будет их носить. Вот мячики хорошие. Они очень хорошие. Не, бля. Людей пугает. Смотри, Вероника. Не, Вероника, тут магазины писет. Тебе говорю, хороший. А я так я даже, я же такие магазины, если бы знал, ходил. Правда, ценник, конечно. Ну, так что? Вот, лайкер. Лайкер тоже хороший, а протировочный. Большая пасть. Помнишь, ну что, он будет дома вот такой спать и все? Будет, может, да. Интересно. Может, ночью не спит. Хочется. Любовь. Разговаривать будет. Дальше говорят. Все, Юрка. Ну что, ребята, после магазина приехали домой. Сейчас я вам покажу, какие мы ништяки для собачки купили, да? Малой. Так, ну что, начнем. Купили мы два ошейника. Один будет как рабочий, которым постоянно будем работать. И один будет чисто на прогулку, на поездку. То есть это будет предназначено для работы, тренировочка и все такое. Так, а вот эта цепочка, она будет для красоты. Малой, давайте сюда. Вот так. Опа! Опа! Все, красава! Красава, иди сюда. Давай. Сиди. Молодец. Молодец. Нормально, с клепочками будешь. Хорош. Так. Это мы ложим туда. Так, ну что, вот эта цепочка. Сейчас посмотрим, как цепочка будет смотреться. Тише. А как тут? Надо ломануть тишу. Смотри, малой, красава. Да. Опа. Смотри. Вот. Ты ж такую носил. Молодец. Вот он. Во. Молодец. Во, ребятушки. Видно вам, да? Надеюсь, видно. Красава. Все.
Завтра уже на работу поедем по блатному. Молодец. Все. Так. Следующее я купил. Это самое основное, ребята. Это самое основное. Ошейники. Раз. Самое основное. Намордник и поводок. Вот поводочек, ребята, я купил. Конфетка. Конфеточка, поводочек. Конфеточка. Смотрите. Так, смотрите, вот петелька как сделана. Раз, да? Вот. Здесь тоже. Карабин тоже с петелькой. Материал вообще, ну, бля, я такой, по-моему, видел только на Алиэкспрессе. У нас нигде не видел. Сегодня зашел в нашем городе магазин, вот этот, Зола. И там писец, там столько много выбора. Ну вот, в принципе, ну, хороший поводочек, я считаю. Но, дорогой, ценники подобьем позже. Ценники подобьем позже. Малой, то твое. Все, на блатном пойдешь завтра. На блатном. Так, и купили мы апортировочный предметик. А, да. Называется лайкер. Ребята, его все советуют, и я советую. Если у вас собака любит с апортиком, ребята, покупайте его. Потому что он легенький, собака его обожает. Обожает. И как в качестве поощрения, когда выполняет команду, вот, вот этот лайкер. Я ему покупал, но покупал размером больше. Он ему как-то не понравился. А вот этот, вот, пожалуйста. Да, малый? Это апортик. Держи. Держи апортик. Бери. Вот, держи. А то заберу. Это ж твое будет, да? Будешь гулять. Да? Бери апортик. Бери апортик. Бери. Молодец, хорошо. А если я заберу? А это мое? Это мое. Отдай. Хорошо, бери. Ну, еще не привык, да? Ну, вот, твой апортик. Твой. Молодец. Так. Еще, ребята, прикупил расческу. Вот, можете сами посмотреть. Две. Так. Все новенькое, ребята. Всю новенькую обновочку купили своему собачке. Вот. Вот такая фишка выглядит, да? Да, малый? Вот так. Вот так. Будем завтра уже новенькими приспособлениями. До свидания, лайкер. Сюда. Так. Так, вот такую еще фишку купили. Сами понимаете, да, для чего? Расчесываем. Потом это и разглаживаем. Ну, у меня видосик есть там, где я все показывал, как пользоваться. Так. А нет. Так, еще мы прикупили когтерезку. Ребята, мы прикупили когтерезку. Она нам практически не нужна. Арчи, прекрати. Ну-ка, живи. Ну, когти будем стричь. Практически не нужна, но есть боковые вот здесь, которые надо обрезать. Эти, он, понятное дело, он стачивает об асфальт. Это когда в молодости я ему обрезал. А вот боковые. Ну, все-таки на всякий случай, ребята, пусть будет. Вот, работает. Нормальная когтерезка. Желательно покупать не кусачики, а желательно покупать как гильотина. Вот знаете, вот, если видно, вот. Сразу так щелк, и все. Еще, как собаку приучить к когтерезке, ребята, вот так, берете ее, ложите, пусть она всегда будет рядом, пусть собака принюхается, знает, что это, ну, ничего страшного нету. Потом будете спокойно брать когтерезочку и щелк, да, малый, щелк, и все. Потому что некоторые собаки, если, ну, видят, что я подхожу с этой фишкой, то они сразу убегают, и все, а это вот, все, лежит, и все. Молодец. А если я заберу? Это мое. Все. Когтерезку купили. Вот. Так, ну теперь мы прикупили зубочистки, лакомство еще собачки. Это вот самые его вкусняшки. Самые вкусняшечки. Да. Вкусненько, да? Ай, ты уже запах идет, да? Да?
Вот, две таких зубочисток. Он уже, да, что? А? Да, ты будешь? Ты будешь такую? Две штучки. Так, и получается, тут жена что-то выбирала. Тут вообще беда какая-то. Что такое? Там вкусняшка? Да, там вкусняшка. Ё-моё! Короче, вот такую, я не знаю, что это. Малой, ну ты будешь это, да? Да? Ты будешь это? Конечно, будет. Конечно, будет. Короче, вот, сушенки какие-то, сушенки. Ой, бля. Я думаю, нормально. Да? Да, ребята, да. Так. Бля, пахнет как рыба сушеная. Можно самому даже. Шучу. Ну вот, в принципе, и все, что мы купили. Обошлось немножечко дороговато, я бы сказал. Но. Сейчас даже я вам скажу, что нам обошлось. Так, ребята, обошлось нам вот этот ошейник где-то $8. А вот эта цепочка... Тише. Вот эта цепочка. Да не надо, мы не пойдем еще. Не пойдем. Сиди. Вот эта цепочка обошлась нам где-то тоже, наверное, около $8. А вот эти по $5. Вот это, $5. Итого у нас получается, посчитаем так, этот лайкер обошелся нам, по-моему, $7. Ну, это я не буду считать, это мелочевка, ребята. Когтерезка обошлась, $3. Когтерезка обошлась в $3. Самое дорогое, ребята, вот этот поводочек, который я показывал, вот такой изюм, он обошелся нам в 20 долларов. Вот этот поводочек, ребята, $20. Итого, двадцаточка, 28, 36, 42. 42 плюс по 3, 42, 42, 45, 48 и 51. Так, вот это вот снаряжение обошлось нам в $51. Плюс вот эти лакомства, ну я не знаю, там они там по $2, там по $1. Ну, грубо говоря, лакомства я не считаю. Вот это вот снаряжение, которое самое основное, без намордника, ребята, два ошейника, поводочек, уход за шерстью, апортировочный предмет, когтерезка, ребята, обошлось $51. Арчи, будешь доволен, да? Да? Бери апортик. Бери. Он еще, короче, не знает. А, вот это, да? Да. Ой, ты-то молодец, будешь блатнявый, все. На этом, ребята, видосик закончился. Всем пока, всем счастливо. Не болейте, любите друг друга. Пойдем гулять. Побежали.